В Ярославле продолжается борьба с незаконными постройками. Очередь дошла до нелегальных частных гаражей в изобилии, выросших на улице Портовой. Первые из них сегодня демонтировали. Подъехать к месту действия оказалось не так-то просто. Преодолеть 20-метровый участок дороги до гаражей сумела только тяжелая техника. Для остальной дорогу пришлось чистить трактором. Да и у самих гаражей целые сугробы, говорящие о том, что их не посещали по крайней мере всю зиму. Неувязка вышла и с количеством гаражей. По бумагам их 6, а на месте оказалось 11. Однако демонтировать будут все. Мы для того, чтобы мирным путем эту проблему решить, Пять раз делали объявление, вот проклеивали, и вы это сейчас видите, последнее объявление, значит, для того, чтобы пригласить собственных гаражей в районную администрацию. Вот за все 5 раз к нам никто, к сожалению, не пришел. Теперь, чтобы вернуть свой гараж, владелец должен не только заплатить издержки за его демонтаж и хранение, но и доказать, что это его собственность. Нет бумаг на гараж, придется доказывать в суде, что хозяин ты. Дополнительные проблемы создают и вещи, возможно, находящиеся внутри. Мы сейчас этот гараж вскроем, посмотрим на наличие или отсутствие, главным образом, машины. Или еще что-то такого, ну, дорогостоящего, потому что при транспортировке это можно повредить. Если это есть, конечно, то мы это имущество описываем и его транспортировать будем отдельно. Гаражи сносят во внесудебном порядке по постановлению мэрии и муниципальной комиссии. По словам главы администрации района, все гаражи были установлены самовольно.